Уже записку прислали. Хорошо. Значит, есть желание работать. Так, добрый день еще раз, коллеги. Мы сегодня с вами собрались на первое заседание нашего совета по развитию информационного общества. Указ о его создании был подписан в ноябре прошлого года. Рассчитываю, естественно, на то, что этот совет сыграет роль и в развитии, собственно, самого информационного общества, в развитии той стратегии, которая существует, и в развитии конкретных планов. Очевидно, что сегодня никакой прогресс и модернизация невозможны без информационных технологий. Это касается и научно-технической сферы, и не только научно-технической сферы, но и, собственно, вопросов управления и даже вопросов укрепления демократии в стране. Сегодня невозможно представить себе ни одно предприятие, ни одну компанию, которая не имеет компьютеров, не имеет автоматизированной системы бухгалтерского учета в том или ином объеме, во всяком случае. Ну и в значительной мере уже невозможно себе представить и деятельность нашего бизнеса, наших компаний без интернета. Телекоммуникационные услуги предоставляются и в городах, и в сельской местности. И отрадно, что все-таки у нас уже в каждой четвертой семье российской есть компьютер. За последние годы информационные технологии и информационные услуги стали достаточно существенной статьей российского несырьевого экспорта, достигнув уровня приблизительно в миллиард долларов. Тем не менее, ради чего вообще мы создали этот совет, ради чего мы встречаемся, все это нас не устраивает, потому что по ключевым показателям мы еще страшно далеки от большинства развитых государств. В соответствующих международных рейтингах Россия занимает, я сам когда материалы смотрел, удивился, даже не 20-е, 30-е, а 70-е, 80-е места. Это при том, что у нас очень высокий в целом такой исторический интеллектуальный потенциал, интерес к этой сфере, масса программистов. Отставание от стран-лидеров не уменьшается, а как это ни парадоксально в условиях, казалось бы, развития экономики и в целом улучшения жизни, наоборот, нарастает. Вот по индексу развития так называемого электронного правительства мы были в 2005 году на 56-м месте, а в 2007 году достигли 92-го. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас никакого электронного правительства нет. Все это химеры. В рейтинге готовности стран к сетевому миру, есть такой рейтинг, мы тоже на почетном 72-м месте. Ну вот по поводу электронного правительства. Значит, сегодня практически все федеральные структуры обеспечены современными компьютерами, подключены к сети интернет. Практически во всех государственных органах сформированы базы данных. Но и только. У нас внутренний документооборот как велся, так и ведется на бумаге. А компьютеры в основном используются, сами знаете, для чего. По сути, это пишущие машинки. Просто более удобные, потому что не нужно каждый раз одно и то же перепечатывать. Мы уже 5-й год переводим нашу работу на электронный вид. То есть у нас уже 5 лет мы все занимаемся электронным документооборотом. На самом деле даже больше, потому что работая еще в администрации президента, лет 6 назад, или 7 даже, я пытался это делать в администрации безуспешно. Потом мы этим занимались в правительстве. К сожалению, в этом смысле похвастаться нечем. Отсутствуют и современные системы планирования, и современные системы финансовой и управленческой отчетности. Только на рассылку нормативных документов по ведомствам ежемесячно уходят тонны бумаги. Так сейчас никто не делает. Это мы просто богатые, у нас леса много и бумаги достаточно. Для граждан в большинстве случаев вообще ничего не изменилось.
За редким исключением, нет вообще возможности отправить с личного компьютера никакого заявления или проследить за прохождением своей бумаги в том или ином ведомстве. Получить электронную справку по системе электронного единого окна. Мы должны были создать единый портал государственных и муниципальных услуг. Он должен был заработать с 1 января наступившего года. Этого тоже не произошло. Это должен был быть сайт, на котором граждане могли бы в полном объеме получить информацию по всем услугам федеральных, региональных и муниципальных структур власти. Тем не менее, 9 февраля мною подписан закон об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Мы должны сделать так, чтобы он заработал в самое ближайшее время.